1830 году, накануне женитьбы, Пушкина потянуло увидеть Захарова, совершить, как писала его мать, сентиментальное путешествие. После он обещал обязательно сюда вернуться, но, к сожалению, уже не успел. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы саночки заказывали? Я до Москвы довезете? Запросто. Присаживайтесь. Поехали. Добраться до Москвы на санях вряд ли получится. Во-первых, с непривычки замерзнете, а во-вторых, дороговато выйдет. Идеальный вариант – покататься по местам пушкинского детства примерно минут 30. Обойдется вам такое путешествие в 1000 рублей. Спасибо вам большое. Еще 20 лет назад этого места на пушкинской карте России просто не было. Вернее, оно, конечно, было, но здесь все выглядело заброшенным. Поэтому все ездили в Петербург, считая его родным городом для поэтов. А ведь Александр Сергеевич родился в Москве, недалеко от нашего города, и находятся самые значимые для него места. Поэтому, если вы здесь еще не были, обязательно приезжайте в эти очаровательные усадьбы и окунитесь в мир пушкинского детства.